Здравствуйте, ребята! Меня зовут Юлия Викторовна, и я веду занятия лепкой из студии. Рада приветствовать вас на занятии. Сегодня на занятии мы слепим вот такую собаку. Лепить мы ее будем конструктивным способом. Конструктивный способ – это изготовление поделки из отдельных деталей и соединение деталей в одну поделку. Для этого нам понадобится доска для лепки, пластилин, стек и, например, ручка или кисть. Главное, чтобы была закругленная часть. Начнем. Выбираем цвет собаки. У меня собака будет светло-коричневого цвета. Для этого берем коричневый и белый. Я потрачу весь вот этот кусочек и немножко белого. Отрываем, тщательно разминаем пластилин. Теперь смешиваем два цвета. Тщательно смешиваем до образования однородного цвета. Можно добавить еще белого. Разминаем тщательно, чтобы не оставалось вот таких вот переходов от одного цвета к другому. Цвет должен быть однородным. Вот такого цвета у меня будет собачка. Вы можете выбрать другой цвет, например, белый, черный, может быть, темно-коричневый. Или такой же светло-коричневый, может даже еще светлее. Или, как вот эта собачка, серый. Отрываем небольшой кусок. Делаем голову. Остальное откладываем в сторону. Скатываем шарик. Шарик можно катать между ладоней или между ладонью и доской. Сильно давить не нужно. Мы скатали с вами шарик, теперь делаем глазки. Для этого нам нужно сделать небольшие углубления. Углубления нужно делать круглыми. Я возьму для этого ручку вот с таким закруглением. И плавно нажимаю. Вот так вот получается. И рядом второе. Можете использовать кисть, если у вас есть специальный стек. Можно использовать его. Или, например, можно делать эти углубления бусиной. Главное, чтобы кончик был закругленным. Теперь берем белый цвет. Нам нужно белым цветом заполнить вот эти углубления. Скатываем шарик и прикладываем. Если он получился вот таким же крупным, значит, нам нужно делать кусочек еще меньше. Поделим на две части этот кусочек. Снова прикладываем. Такой кусочек будет достаточно. И второй. Снова берем ручку. Делаем углубление аккуратно, чтобы вот белый пластилин заполнял углубления, которые мы делали до этого.
Теперь делаем мордочку. Для этого берем белый пластилин, сравниваем кусочек с головой. Если кусочек получился крупным, лишнее убираем. Если маленький, наоборот, добавляем. Скатываем шарик. Напоминаю, катать можно между ладоней или между ладонью и доской. Как вам будет удобнее. Из этого шарика скатываем овал. После чего прикладываем овал к голове. Вот таким вот образом. Слегка прижимаем. Делаем носик. Берем черный пластилин и отщипываем небольшой кусочек. Этот кусочек скатываем в шарик, затем в овал. Приклеиваем к мордочке. Слегка прижимаем. Теперь выбираем цвет глаз. Я сделаю синими. Для этого отщипываем два кусочка. Кусочки должны быть одинаковыми. Скатываем из них шарики, сравниваем размеры. Теперь приклеиваем шарики в углубление. Прижимаем. Теперь делаем зрачок. Для этого берем черный пластилин и отщипываем очень маленькие кусочки. Эти кусочки приклеиваем на синие шарики. Прижимаем. Можно сделать блики. Для этого берем белый пластилин и очень маленькие кусочки. Эти кусочки приклеиваем на глазки. Прижимаем. Ротик можно нарисовать стеком, а может быть кто-то из вас сделает его из пластилина. Голова готова, откладываем ее в сторону. Сейчас делаем тело. Берем пластилин коричневого цвета и отщипываем кусочек побольше, чем голова. Кусочек скатываем в шарик. Напоминаю, шарик можно катать между ладоней или между ладонью и доской. Как вам будет удобно. Но сильно давить не нужно. Из этого шарика скатаем овал. Затем, нажимая только с одной стороны, катаем вот таким вот образом. Нажимаем только с одной стороны, чтобы получилась капелька. Примерно вот такая вот. Тонкая сторона – это шея. Слегка сгибаем фигуру, примерно как запятую. Теперь делаем грудку. Берем пластилин белого цвета. Отщипываем маленький кусочек, слишком крупный делать не нужно. Скатываем из него шарик, затем овал и расплющиваем между пальчиками. Кусочек должен быть очень тонким. Кусочек приклеиваем спереди, животик и на грудку. Прижимаем. И теперь приклеиваем голову, слегка прижимая, сглаживаем место соединения. Такая вот собачка у нас с вами получается. Откладываем в сторону.
делаем лапки. Для этого отщипываем кусочек, примерно половину от оставшегося. Делим его на 4 части. 2 больших, 2 поменьше. Две больших — это задние лапки, две поменьше — это передние. Начнем с задних. Из крупных кусочков катаем шарики. Их также можно катать между ладоней или между ладонью и доской. Затем из этих кусочков катаем овалы. Теперь каждый овал катаем так, нажимая только с одной стороны. Сравниваем, слегка подгибаем. Прикладываем их по бокам. И прижимаем. Место соединения слегка сглаживаем. Складываем в сторону и делаем передние лапки. Для этого оставшиеся кусочки также скатываем в шарики. Затем шарики скатываем в колбаски. Сравниваем кусочки и приклеиваем их вверху. Слегка прижимаем и сглаживаем место соединения. Теперь делаем кончики лап. Они у нас белые. Для этого отщипываем кусочек белого пластилина и делим его на 4 кусочка, примерно одинаковых. Скатываем из каждого кусочка шарик. Шарики прикладываем к лапкам. Слегка прижимаем. Место соединения слегка сглаживаем. Чтобы было удобнее, слегка приподнимем верхние лапки. Приклеим белые кусочки на нижние, слегка прижимаем и сдавливаем. Затем приклеиваем белые шарики верхним лапкам. Такая вот собачка у нас с вами получается. Теперь делаем ушки. Для этого отщипываем кусочек коричневого пластилина, делим его на 2 равные части. Из каждого кусочка скатываем шарик. Затем каждый шарик скатываем в овал. Теперь делаем внутреннюю часть ушек. Берем белый пластилин и отщипываем от него кусочек, который делим на 2 равные части. Также из каждой части скатываем шарик и затем овал. Скатали. Теперь каждый овал нужно соединить. Белый с коричневым. Тут белый с коричневым. Затем сдавливаем между пальчиками. Вот такое ушко получается. То же самое делаем со вторым кусочком. И прикладываем кусочки к голове. Прижимаем. Ушки можно заострить. Можно загнуть.
одно или оба ушка, слегка поворачивая их. Теперь делаем хвостик. Оставшийся кусочек скатываем в шарик. Из этого шарика скатываем овал. Затем, так же как тело, скатываем, нажимая только с одной стороны. Приклеиваем сзади внизу. Прижимаем. Сглаживаем и можно, например, слегка загнуть. Вот так. Вы можете сделать хвостик поменьше, потоньше, в зависимости от того, какую собачку вы делаете. Вот такая собачка получается. Теперь делаем шерсть. Для этого нам понадобится стек. Аккуратно делаем вот такие насечки. И длинные делать не нужно. Делаем короткие. Придаем эффект шерсти аккуратными плавными движениями. Таким вот образом оформляем нашу собачку. Слишком глубоко прорезать не нужно. Должны быть легкие насечки.
когда делаете насечки, сильно не давите на место, где придерживаете собачку, чтобы не сдавить, не стереть эти насечки. Можно положить ее на руку, слегка придерживаем, не сдавливая. Осталось оформить хвостик. Вот такой вот верный друг у нас с вами получился. Вы можете оформить собачку, добавив ошейник. Или, например, цветочек на голове. Или бантик. Чтобы сделать ошейник, нужно выбрать цвет. Например, вот красный. Оторвать кусочек, скатать шарик, затем колбаску. Колбаску примеряем к собачке. Если она оказалась короткая, нужно скатать еще тоньше. Снова примеряем и стеком отрезаем лишнее. Слегка прижимаем, и ошейник готов. Вы можете украсить не только ошейником, а, например, добавить бантик на ошейник или на голове. Собака – верный друг человека. Вот такой вот друг у нас с вами получился. По этому же принципу вы можете слепить вторую собачку больше или меньше, или такого же размера, с использованием других цветов, как вы захотите. Надеюсь, вам понравилось. Присылайте свои работы в нашу группу ВКонтакте. Буду рада увидеть ваши результаты. А то, что будет на следующем занятии, вы увидите на следующем слайде. На следующем занятии нарисуем звездную ночь. Все, что необходимо для занятия, вы видите на экране. До новых встреч!